хочу вот этого. Какие критерии? Вот, как ничего, ничего нового я не скажу. Ничего нового. Любой художественный руководитель подпишется вот под тем, что я назову. Ну, назовите, тем не менее. У нас никакого энергетика другого. Особая, особое излучение энергетическое, особое обаяние, ну, вот трудолюбивый, очень сильный характер при этом. При вот дарование. Трудолюбие я еще понимаю, как можно измерить. Чем меряется обаяние? Что, ой, что да. Это такое? Но, нет, чувством собственным твоим, зрительским. Ну, то есть это ваш рецептор, а у кого-то, у другого худрука, он может сказать, что этот человек не обаятельный. Ну и вот мы, на самом деле, актерское обаяние, это достаточно универсальное свойство, неизученное наукой, но это некое излучение, которое, в общем, если это сильное обаяние, оно действует на всех. Тут знаете, на всех худруков это подействует. Вот я вас уверяю, что большая часть замечательных студентов, которых я набрал, они это вполне педагогично так говорить, потому что это они сейчас замечательные, потом они очень сильно многие поменяются и будут совсем не такими замечательными. Сейчас медовый месяц, так сказать. Сейчас они думают, что у них лучшие педагоги на свете, а мы думаем, что у нас лучшие студенты в мире. И то, и другое заблуждение, наверное. Но это такое счастливое, взаимное обожание. Потом все постепенно будет меняться. За 4 года они борзеют. Ну, многие из них. Они привыкают. Они относятся... Ну, это вот то оборзение, так сказать, это дурной опыт, я бы сказал. Это дурное применение опыта. Но они набираются мастерства, как минимум. Ну, это не мастерство, то, о чем я говорю, а это наглость, и толстокожесть, и вообще черт знает что. Нет, это не все такие. Нет, главное не утратить очарованность. Трепет должен быть. Вот он у меня есть, и у папы моего был всегда, независимо от... регалий, званий, опыта, так сказать, всеобщего обожания. Был трепет от сцены, была внутренняя божественная робость. Это должно быть, понимаете? И кто-то из них это сохранит. Я вас уверяю, что большинство этих вот ребят, их бы с удовольствием взяли бы несколько московских театральных вузов, с удовольствием взяли бы к себе на курс, в несколько... очень хороших худруков, я уверен. И я просто думаю, что это я эти соревнования между худруками выиграл, вот когда дело идет об этих ребятах. Так. Я просто их выиграл и переманил, так сказать, у других очень хороших худруков. В этом вот наборе. Так. Это очень универсально обаятельные ребята и девочки. Ну, большинство, в всяком случае, из них. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.